Привет-привет! И сегодня мы поиграем в наших любимых котиков и собачек. Вот наш котеночек, он с нами здоровается. Привет, котеночек, давай тебя наконец-то покормим. А то ты тут весь изголодался. А давайте для нашего котеночка купим еще одного друга, а то ему что-то одному совсем скучно. Посмотрите, какая люлечка. Интересно, какого же окраса будет котенок? Ребят, а вы как думаете? Напишите в комментариях. Ой, посмотрите, нашему малышу нравились пузыри. Он очень любит эту игрушку. Ой-ой-ой, а где же наш котеночек? Куда он спрятался? Давайте его искать. Ой, смотрите, он залез в коробку, играет с нами в прятки. Ку-ку, малыш, вылазь давай, мы тебя нашли. Надо бы нашего малыша искупать, а то что-то давно мы его не купали. Он какой-то грязный. Сейчас мы его искупаем с мылом, а потом будем дальше с ним играть. Вот ты чистый малыш. Давайте посмотрим, что это за штука. Мы в тот раз так и не посмотрели. Ой, это как кровать. Посмотрите, он уснул. А давайте-ка лучше поиграем в игры. Давайте выберем игру и будем играть, зарабатывать призы для нашего малыша. Посмотрите, нам осталось совсем немножко их открыть. Ну вот мы и поиграли, посмотрите, сколько призов мы заработали, здорово. Давайте сначала покормим нашего малыша, а то он голодный, посмотрите, он хочет постоянно кушать. Что ж такое, что ж ты так изголодался? А давайте-ка будем открывать подарки. Ой, смотрите, какая картина красивая, еще одна. Ой, мячик, посмотрите, клубочек. Ну что-то котенку нашему он вообще не понравился. Видите, он его не замечает. Ну что ж такое? Так, опять хочет кушать. Так, мы его сейчас накормим, а сами открываем подарочки. Так, монеточки нам очень нужны тоже. Так, видите, мячик вообще не хочет ним играться. Опять хочет кушать. Да что ж такое? Давайте открывать подарки дальше. Интересно же. Так, и нам осталось пару подарочков. О, опять картина. Посмотрите, какая красивая. Какой милаха там. И какая-то штука. Хм. А котенок все кушает. Ребятки, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему котеночку. Посмотрите, какой он милаха. Он заслужил ваш лайк. Ну вот, котеночек и попил, но он хочет спать, надо бы его уложить. А вы, ребята, не забудьте все-таки подписаться и ждать наше следующее видео, чтобы узнать, кто же там попался нам в этой люлечке. Так интересно? Ну все, ребята, до скорых встреч, пока-пока!